ребятушки мои, привет! Снова я в дороге, но я же вам обещала. То есть едем мы туда, куда я вам говорила, в Реджио Дивинария. Вот, мы там уже были, но мы не были внутри, поэтому получилось так, что тогда, кстати, ко мне там приставали, когда я говорила, ну, некоторые там плохие, которые против меня, короче, что я не раскрываю тему, потому что я не могла зайти туда вовнутрь. То есть я пыталась занести, что это что-то грандиозное, да, но так как я не могла туда зайти, я не могла вам доказать, да, доказательно своё видео, потому что, знаете, читать Википедии или там информацию с Википедии — это одно, да, а зайти и показать — это совсем другое. Вот, и что я вот как хотела бы сейчас показать, так это, нифига себе, такая церковь прямо около дороги, да. Вот, то, что я сейчас хотела вам показать, как классно видны горы. Ну, вот, чтобы до этого показывать. Сейчас мы уже в Торино заезжаем, и я сейчас, наверное... Сейчас переведу, посмотрите, покажу вам все равно. Хочу показать вам, насколько... Сейчас только телефон. Насколько... Сейчас он проедет, телепас. И я вам покажу. Ну, даже вот впереди, посмотрите, да. Впереди. Ну, я сейчас увеличу. Поближе вам. То есть это очень давно уже не было. Вы сами знаете, сколько раз я ездила, значит, в этом направлении. Пьемонте, Торино, да. Скоро, блин, не видны. Еще прикол. Посмотрите, какая стена, да, тоже. Вот. Сейчас вот здесь покажу. Но сегодня вообще на удивление, ребятушки, просто офигительная. Там вот это вот Монвизо вон торчит, видите? Треугольник, да, кстати? Теперь я все знаю горы, блин. Видите, как треугольник торчит, да? Ну, извиняюсь, что все-таки это, как сказать, не очень, как бы, телефон-то, потому что я не на палкиске, а руками держу, и машина едет на скорости. Просто все-таки хотела вам показать, насколько все-таки обычно, когда я езжу, никогда верхушки давно утром не видны были. Вот, потому что все время дымка. А сейчас нету дымки. Это говорит о том, что у нас, ребятушки, идет весна. Вот. А знаете, потом просто не будет уже этих белых вот вершин. Да хоть сейчас пока показать вам, что вы побалдели от вершин белых, понимаете? Так, я вчера вообще просто ничего не делала вечером, только заливала все мои видео. Блин, да что такое, да? И только вот сегодня утром я все-таки залила последнее. Так что у вас будет весь день смотреть, ну, кто мои друзья, я не говорю, что кто-то обязан смотреть меня. Мои друзья, кто ждут видео, вот, то есть у них будет что смотреть вчера. А я буду, ну, естественно, шортики я буду делать, потому что надеюсь, что мы попадем и внутрь, вот, самого дворца. Пытаюсь бороться с настройкой телефона, чтобы горы вам приблизить. Вот, свет удивительный. Поэтому я-то хочу там вот на как бы не намек, а упор сделать. На... Ну, блин, видите, вот что тут? Одни дороги, блин. Дороги, стены, опять же, наши, да? Я хочу сделать упоры на джардины, как они, сады. Там сад, ребятушки, просто один, наверное, самый большой вообще в мире, блин. Потому что он огромнейший, просто огромнейший. Он только 5 километров попасть. Блин, не, ну вообще... Только 5 километров по стене. Вот. Поэтому... А вот смотрите, какая тут резко, видите? Че, вот тут резко горы, да? А там резко такие холмы. Вот, в общем, никак у меня не получается на скорости эти горы зафиксировать, что они без дымки. Просто потом, может быть... Я почему сейчас именно хочу, что потом будет уже дымка, может быть. С горами так. Я уже просто знаю, уже сколько раз была, поэтому... Вот, ну ладно. В общем, ребятушки, едем. Ну, с вами.
вами еще раз поздороваюсь. В общем, короче, всех приветствую. И, ну, там, я не знаю, будет короткое видео, да? В общем, заходим в Реджо ди Венария. Вот, поэтому сегодня и такая... Ну, он мне предлагал в замок куда-нибудь съездить, но так как мы вчера были уже в замке, да, то я решила, я говорю, что я люблю менять, вот. Поэтому, а завтра вообще Бьелу поедем, то есть прямо город опять будем смотреть. Там, кстати, еще фуникулер есть в Бьеле, очень интересно, прямо в дом заходит, вот. И в Бьеле я тоже никогда не была, поэтому прямо у меня с вами просто тоже живешь всю жизнь в какой-то стране и... Начинаешь вот только вот блогерство, когда заниматься, посещать многие города. Ну что, ребятушки, всего вам хорошего дня. Я на связи. Пока-пока.